Что такое Dolly Zoom? Dolly Zoom — это техника съемки, которую впервые в кинематографе открыл Альфред Хичкок в фильме «Головокружение». Прием выполняется за счет зумирования с помощью линзы объектива к главному объекту в кадре и в то же время отдалению камеры на тележке от этого объекта. Этот прием является одним из самых сильных акцентных техник съемки и используется только тогда, когда он оправдан драматургически. Чаще всего Dolly Zoom передает от героя к зрителю эмоцию беспокойства. Еще больше о киноремесле в моем профиле. Подпишись.